Привет всем, привет всем, привет, 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 с вами Лига Music Wars. Сегодня у нас аналитическое видео по поводу или формату, как хотите, ребята, в общем, проект Music Wars. Его успехи, его достижения, его посещаемость, его популярность, снижение или заморозка, или движение вверх. В общем, все это просмотрим как раз после заставочки и к заставке. Ну и давайте без долгих отлагательств сначала с самого основного. Что выдает проект Music Wars по онлайну? Конечно же, территория, ребята. На территории, соответственно, первое — это сферы влияния. Ну, если вы посмотрите по сферам влияния, то вы увидите, что онлайн распределяется в основном между тремя. Это меломаны, ну, соответственно, рокеры и клаб. В урбане, ребята, бьется только одна территория. Это очень, конечно, странно, но это их дело, в общем. Получается, дальше смотрим, ребят, по онлайну. 401 человек в клабе. Это сейчас в онлайне. 1000, соответственно, у нас в роке. 300 в урбане. И 417 в меломанах. Но это, знаете, такая своеобразная статистика, потому что делается она как бы у меня вечером. Возможно, вечером в воскресенье здесь никого нету. Но это мне не мешало сделать всю статистику. Всю статистику сделать за неделю. То есть я делаю в рандомное время. Днем, ребята, вечером. То есть когда у меня было, я делал фотографии. На основании этих фотографий, то есть была сделана статистичка такая небольшая. Вот, давайте начнем тогда с клаба. Ребят, на клабе у нас ситуация обстоит такая, что по району, по движению, среднее, то есть вот по всем картинкам, которые у нас здесь есть, выходит, что примерно 704 человека, ребят, 704 играется, соответственно, ну, в неделю именно. Можно было, конечно, месячную сделать, но это очень долго и как бы, ну, это не то. Дальше давайте вторых рассмотрим, ребята. Это по уровню, это рокеры. Вот, соответственно, дальше по року все картиночки, ребят. Вот вам все картиночки по онлайну за предыдущую неделю. То есть, так как идет акция новогодняя, соответственно, онлайн, ну, то есть, выше, чем в остальное время. Соответственно, среднее количество вы получите по року — это 1640. Ну, там чуть-чуть поменьше, но это не критично. Дальше, соответственно, у нас меломаны. Меломаны все вот дальше у нас. Вот картиночки все видно на экранчике у нас. И среднее количество у нас получается 621. И последний, ну, не по значению, как у нас говорится, это урбаны, которые хотя бы дерутся на территории. Видимо, у них действительно неплохое количество там. В общем, они самые последние. Дальше, вот их картиночки все. И у нас среднее получается 503. То есть, ну, вообще 500-ник — это самый плохой из всех. В общем, для донатов, можно сказать, переходите в урбан, там вам... прям рады. Но, как вы понимаете, если сложить их все вместе, то есть вы получите цифру примерно около 4000. Ну, давайте будем отталкиваться от 5000 человек онлайна, соответственно, в день. Это те, которые заходят, играются или не играются. Возможно, что онлайна и больше. Я предполагаю, что онлайна около 10 тысяч человек. Но, однако, по своим данным, ребята, и по статистике я ошибался. Действительно, онлайна где-то примерно от 5 до 10 тысяч. Но не 10 и выше. Вот такая вот примерно статистика. Это игроков, которые играют именно в эту игру.
Дальше. Было в свое время на одном канале, то есть сделано, получается, на канале Каспирок, вся правда о Music Wars. Он сделал анализ на основании, получается, видоса, то есть вот он показывал здесь посещаемость страниц, вот вы видите здесь 12 тысяч, да, вот смотрите, 15 тысяч посещаемости основных страниц на, получается, вот, ну вот так. Примерно. Это он делал ровно год назад, в октябре месяце. Что же сейчас у нас происходит? Давайте посмотрим. Вот у нас последние посты, ребята. 2,4. Да, что у нас еще? Ну, давайте здесь. 3,9. 3,9. 3,3. 3,3. Дальше опять. 5,6. Ну, вот, есть же 5,000. 5,000. 6,000. 5,000. 7, ну 8 тысяч. В общем, ребят, насколько я понял, причем, ну, такое очень, ну, из неприятного, статистика это падение, то есть, ну, очень колоссальное. Именно поэтому идет. Представьте, за год упал онлайн, то есть, соответственно, с 15 тысяч. То есть, это видео, если вы посмотрите, было сделано оно в октябре месяце, в октябре 2017 года. Это причем октябрь, это не такой уж навороченный, причем вот это вот все, что было, и режим равновесия введения, все это было по статистике не новогодние праздники, когда был колоссальный онлайн, и там 15 тысяч было. А сейчас новогодние праздники, онлайн должен зашкаливать, однако этого нет. Ну, положительные и отрицательные стороны, конечно, все понятны. Но я так подумал, что нельзя же сделать только один сырой анализ на основании того же ВКонтакте. Есть сервисы, ребята, есть отдельные сервисы, которые занимаются анализом сайтов. Они полностью адаптированы специально. Они берут данные со счетчиков на Гугле, со счетчиков на Яндексе. Многие этого, ну, как бы не знают. Ну, сейчас мы сразу будем по ходу дела вас просвещать. Дайте я поближе как-нибудь тут распределюсь. Вот. Итак, один из таких, ребята, сайтов получается, Semrush, вот он, использование его и показывает, вот смотрите, по использованию, то есть в день, ребята, получается 7 тысяч примерно входов на основных, вру я, это примерно 1600 в день запросов, где-то это, ну, примерно где-то так. Ну, по всей статистике, если хотите, ребята, ссылочки я вам оставлю все в описании. По ним здесь, как проходят люди, что, ну, в общем, я так, вот, еще один сайт, Simular Web, то есть, вот такая вот глобальный параметр ранга в России у него, 4000, ребят, посещений, так, статистика у нас, вот такая вот распределенная, ну, вот, давайте покажу. Чтобы примерно было понятно. Основная, конечно, масса у нас Россия, 53%, Украина, ребята, смотрите, Грузия, Белоруссия, Казахстан. Но там еще много страниц есть, имею в виду. Так, ну, рефералы это неинтересно. По сайту, да, оптимизация тоже неплохая, это все анализировать не буду. Дальше информация о сайте, ребята, b1.ru, это амазоновская форма. Вот сайт, получается, за посещение, то есть это за год. Количество запросов, количество платных запросов, то есть человек, ну, то есть они крутили рекламу. Ох, смотрите, какое классное падение, прям просто суперское. Кстати, есть вот самое интересное, здесь не показывают, здесь еще было падение там в июне, в конце июня, июль там тоже падение. Социальный трафик в основном, кто играет в эту игру, это из ВКонтакте, то есть вот такая вот. Уникальных ссылок, то есть 260 проходов, это уникальные ссылки, это вы кидаете, ребята, бои, где-то они размещаете, допустим, в социальных сетях, и люди переходят по этим боям, вот такая вот система. Анализ сайта вот дальше по посещаемости, то есть 4700 в день, ну, то есть в год такая-то статистика, но меня больше интересует вот 4700. Ну, примерно более-менее подходит под статистику и трафик, который и проходит по страницам ВКонтакте, и проходит по страницам онлайна в самой игре. Ну, где-то так. 4700, 5000. Ну и дальше один из основных сайтов, ребята, прохода получается. Это Axela. Здесь он показывает прямо
ну, очень точную характеристику. Он забирает ее из Яндекса в основном. И здесь вот получается, почему отличается вот иностранный тот же сайт от вот этого русского? Потому что один берет с Яндекса статистика, а другой берет из Гугла. Ну, в общем, ссылочки оставлю, посмотрите и дальше уже. Кстати, неплохо так, если посмотреть, что проект, в общем, заморозился. Заморозился и держится, ребята, проект примерно в онлайне около 10 тысяч. Не сильно, так скажем, плохо для онлайн-игрушки, но 10 тысяч свои он держит. То есть, получается, приходят ли новые игроки или остаются старые игроки. То есть, но ситуация в том, что многие донаты уходят, а приходят более простые игроки. То есть их надо как-то удержать, надо чем-то их заинтересовать, что-то сделать еще. И поэтому вот старт той же Башни Смерти, это как бы вот такой вот проект. Допустим, я даже на этом персонаже, я играю в Башню Смерти, у меня там реальные шансы не только в боях, но и занимать топовые места. Там я второе место занимаю часто, третье, четвертое, пятое. То есть очень хорошо, прекрасно. Можно не сильно напрягаясь там драться. Однако бои на территории я не веду, потому что я 11 уровень уже апнул. Ну, то есть, надо подождать немножко. Последняя партия подарков, ребята, будет 26 числа. Так что смотрите, по новому модулю выкупать или нет, ничего советовать я не буду. Ну, с вами был канал Лига Music Wars. Давайте подведем небольшие итоги. Онлайн, ребята, в игре еще есть. Он держится прекрасно в районе 10 примерно тысяч. От, точнее, неправильно, от 5 до 10 тысяч. Вот так будет правильнее. Еще игроки играются. Ну, можете иногда сами заходить, ребят, смотреть, какой онлайн в самой игре. То есть просто проходить. Если сильно будет, соответственно, падать онлайн, то есть игра будет умирать. Ну, а пока 5000 уникальных посещений. Из них 50% это ВКонтакте. ВКонтакте 50% игроков. Спасибо всем, кто смотрел, ребята. Подписывайтесь на канал. Ссылочки где-нибудь внизу в описании. Соответственно, сбоку я тоже сделаю такую вставочку. Тем, кому понравился, ребят, ставим лайк. Ваши комментарии по поводу того, что живой проект или не живой. Что вы бы хотели немного изменить в этом проекте, чтобы он дальше пошел развиваться. Жду в комментариях. Счастливо! Счастливо!